Привет, друзья, вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня с вами продолжаем играть в чатную игру под названием Teardown. Сегодня с вами продолжаем уничтожать все, что у нас есть в этой игре. Потому что, как вы знаете, эта игра у нас для этого и создана. Но перед тем, как мы начнем, небольшая, маленькая, малюсенькая рекомендация. Друзья, подпишитесь на канал MetaTom. Основной контент канала — это стримы по самым топовым играм разных эпох и жанров. Например, сейчас он активно проходит Geometry Dash, Five Nights at Freddy's, Dead Space и даже такую классику, как GTA 3. Отличительной чертой канала является теплая дружеская обстановка. На стримах Том активно общается со зрителями, добавляет интересные фишки, например, рулетку с заданиями, а среди подписчиков уже зарождается дружная комьюнити. MetaTom старается максимально погрузиться в каждую игру, что делает прохождение эмоциональными и интересными. Ссылочка в описании. Что ж, друзья, я надеюсь, что вы уже поставили большой палец вверх и подписались на канал. Сегодня у нас снова серия про этот самолет огромный. Как мне написали в комментариях, есть очень одна интересная вещь, которую можно сделать. Это с помощью физгана немножко потеребить самолет, и он начнет падать. Мы сегодня это обязательно проверим. И также меня попросили проверить, типа, разгерметизацию самолета. Но, как я понял, то есть, допустим, мы делаем какую-нибудь дырку. Вот, да, мы сделали дырку. Работает. Блин, я думал, что оно не работает. То есть, видите, здесь я хожу нормально. А здесь тоже уже нормально. То есть, только что вроде меня высасывало. Но теперь не высасывает. Так, давайте с другой стороны тоже. Так, я могу просто выломать дверь. Ну-ка. Отлично. Пока. Ой-ой. Не, ну как-то меня особо не высасывает. Хорошо, если дырку в земле сделать. В полу. Дырку. Вот такую. Но все равно как-то не высасывает особо. Никакой разгерметизации особо нет. Возможно, я как-то неправильно что-то делаю. Возможно, мне должны написать в комментариях: турбанутый дурачок. Так. Ой-ой. Что-то рвануло. Ой, блин. Что-то рвануло. Я не знаю, что там было. О, где шасси? Блин, слушайте, а мы в таком месте сейчас находимся, интересно. Ой, тише. Хорошо, что турбо умеет летать. Это прекрасно. Так, давайте вот в этом месте, может быть, сделаем приколдесов. Типа вот так вот. Ой-ой. Блин, ну выглядит, конечно, это красиво. Выглядит это, конечно, красиво. А, тут крылья у нас. Блин, ну ладно. Так. Я что, не могу? А, могу. Не могу. Спокойно, все хорошо. Ай-яй-яй-яй, банально беги. Так, держится. А, ну потому что там еще сверху. Оп. Опачки. Бэм-бэм. Бомбануло. Так, тоже здесь еще немножко. Куда? Беги. Жестко. Но, подождите, все еще держится вот здесь вот. Блин, что-то я фигней какой-то страдаю. Блин, я умер. Я не хотел умирать. Интересно, где я возрожусь? Понял. Где я возрожусь? Чисто в этой дырке прямо возродился. Так, спокойно. У нас, кстати, уже пожар небольшой, как мы видим. Так, не попал. Отлично. Ну вот мне немножко только не нравится, что крылья висят как-то в воздухе. И как бы все. А! Во, вот это мне нравится уже. Вот так мне нравится. Так, а с этой стороны... А с этой стороны крыло не хочет отлетать. Вот почему-то тоже, как в тот раз, вот это крыло, оно почему-то какое-то странное. Оно чисто держится в воздухе. И с чем это связано? Непонятно. Вот именно вот, да-да-да. Блин, так же, как в тот раз. Видите, супер маленький кусочек держится в воздухе. Так, а тут ты как держишься, я не понимаю. Вот это, что ли? Задняя часть здесь опять у нас держится. Там где-то, походу, тоже есть какая-то часть, которая не собирается отваливаться. Так. Возможно, это хвост. Все может быть. Нет, не хвост. Так, хорошо. Ну, тут трясется, кстати, нормально, знатно. Потряхивает, скажем так. Ой-ой. О, вот видите, ну что... Ага. Вот какая-то штука. Она, походу, держит. Зеленая какая-то хрень непонятная. Сюда. Во. Да, конечно, выглядит это очень странно. Ладно, давайте мы с вами все-таки рестартнем и сделаем то, что мы хотели сделать, то, о чем я вам сказал. Вот. И должно получиться, по идее, классно. Я думаю, как? Давайте, наверное, первый раз мы снаружи это сделаем. Попробуем. По крайней мере.
Вот, а второй раз я буду находиться внутри самолета. И должно получиться опасно. Так, спокойно. Так, берем. Physics gun. Делаем вот так. Так, уже что-то произошло. А если вот так вот? Так, смотрите. Потряхивает. Кусок крыла отвалился уже. Если мы сделаем вот так. Все, начал падать, друзья. Взорвалось что-то, во-первых. Так. Блин. Это интересно. Самолет реально начал падать. У него все повзрывалось. Так, летим за ним. Блин, я не могу уследить, успеть. Так, тихо. ФПС. Так. Упал. Ой-ой-ой. Там какая-то текстура, я так понял. Он немножко под нее провалился. Но как минимум у нас все встало. У нас все встало, дорогие друзья. Этот ветер дует мне прям в уши. Ой-ой-ой. Как будто это болото какое-то. Охренеть, не понял. Не понял. Ё-моё. Ой-ой-ой. Вот все, что от него осталось. Блин, не, ну это реально жестко, дорогие друзья. Это реально, блин, нахрен жестко. Итак, друзья, я снова здесь. И сейчас мы с вами попробуем то же самое, но только мы будем находиться внутри. Может быть, мы даже будем находиться в кабине. Или нет, давайте мы пассажир. Так. Блин. Что происходит? Пристегните ремни, бла-бла-бла. Хорошо. Давайте еще сильнее нас уроним. О, кстати, мы видим крыло. Ой. Запасной дверь открыт. Что я несу? Так, мы падаем. Мы накренились в бок. Блин, я чувствую себя сейчас как в Штормворксе. Реально, что происходит? Где мы, мама? Чего? Ну мы не падаем, но мы крутимся. Но выглядит это интересно. Так, ладно, если здесь сделать вот так. Блин, страшно. Страшно. Горит что-то. Блин, реально это как выживание в самолете. Охренеть. Это реально очень страшно. Ой-ой. Куда я прыгну? Ой-ой, взрывается что-то. Офигеть. Блин, это очень атмосферно, друзья. Что происходит вообще? Мы, кстати, взрываемся вроде как в воздух. А, нет, все, мы упали, походу. Блин, зря я карту открыл. Но в любом случае, мы сейчас провалимся опять сквозь текстуру. А, нет, не провалимся. Блин, ну это реально, это жестко. Мне нравится, спасибо. Блин, человек умный, который это посоветовал. Ты умен, как Семен, практически. О. Вот какая хрень мешает самолету порой падать. Это какая-то топливная хрень. Она почему-то держится, так скажем. И почему-то крыло, вот этот кусок крыла непонятный, почему-то тоже, ну, как бы непонятный, короче. Очень-очень непонятно. Очень-очень непонятно. Фуил. Оно, наверное, больше не взрывается, правильно? Ну да. В общем, ребят, вот такая получилась серия. Я надеюсь, что она вам понравилась. По-моему, это было эпично, особенно в конце. Пишите в комментариях, какие у вас есть еще идеи, может быть, для этой карты. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте свои большущие гигантские пальцы вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия по друзьям в игре под названием Teardown. Не заставит себя долго ждать.